Вагабунт, план. Я не просто баламут, хам. Я свой собственный клуб. Тарх, это летопись. Нужны разные флоу. У меня 9 есть, зови меня Бу. Всем привет! И вы только что видели ролик Оксимирона на песню «Восточный Мордор». Именно так она начинается, с отсылки к самому знаменитому клану Вутанг. И это именно потому, что сегодня мы будем смотреть, как создавалось их приложение. И на самом деле это очень интересные исполнители, не только потому, что это единственные исполнители, которые продали свой альбом в единственном экземпляре за 2 миллиона долларов. И на самом деле тем самым, этим поступком они возвели хип-хоп индустрию совсем на новую вершину, да, как картину, как говорили участники группы, мы хотим продать свой альбом так, как никто не делал этого до нас. И еще одна из их цитат. Наступит время, когда мы не сможем ездить в туры, когда годы возьмут свое, но этот особый альбом, эта идея, которую мы в него вложили, она переживет нас всех. А сейчас давайте посмотрим, что же можно делать внутри этого мобильного приложения. Добрый день, еще раз. Да, вот так приветствую сеть. Отлично, мы заходим в само приложение. Ну, открывается. Так, разрешить, ваша, вот у нас правая локация, мы говорим, что мы находимся в Нью-Йорке. И вот оно, само приложение. В этом приложении мы с вами можем купить музыку, да. Мы с вами можем соединить это приложение с видеоканалом, и все ваши видео, весь ваш контент, он будет внутри. С блога, если ваш соединитель, если вы ведете блог, то можно его переместить именно в мобильное приложение. Вы можете его соединить, кнопочки поделиться, разные социальные сети, это очень удобно. Так больше людей могут узнать про ваше мобильное приложение. Твиттер, нестандартная иконка, мы ее сами сделали, оцените, красивая птичка. Фейсбук, мы можем позвонить, заказать концерт, можем не звонить. Узнать, какие артисты сейчас работают в этом лейбле, почитать About Us, ответить на вопросы. Вот так выглядит боковое меню. То есть также в этом приложении будут продаваться билеты на концерты, будут продаваться различная продукция, кепки, майки, все, что касается атрибутики Wu-Tang и Wu-Family. Почему мобильные приложения? На самом деле все очень просто. И сейчас традиционные способы коммуникации уже не работают. Глобализация требует новые подходы бизнесу. Вы можете это посмотреть вокруг нас каждый день. Такси Uber, Airbnb, аренда квартир, гостиница, Booking, доставка еды, проси это delivery здесь, много других сервисов. И на самом деле сейчас мы живем в таком мире, когда для больших брендов, вот уже в данном моменте времени, мобильное приложение – это нормально. И мы удивляемся, когда у банка нет мобильного приложения. А как? То есть как мы сделаем переводы, как мы сделаем какие-то операции с карты на карту через мобильное приложение – это гораздо удобнее. Мобильное приложение позволяет автоматизировать все бизнес-процессы. И ценность мобильного приложения в продвижении сейчас вашего бизнеса, на самом деле, она гораздо выше, чем вы думаете, потому что мобильное приложение может отправлять пуш-уведомления, мобильное приложение может прокладывать маршрут к вашему магазину, салону, к вашему бизнесу, и клиент спокойно дойдет до вас. Мобильное приложение может помочь вашему клиенту позвонить ему в один клик. Мобильное приложение может создать для вас новый канал продаж, по которому вы сможете принимать платежи от своих клиентов. Под роликом вы увидите ссылку на статью, в котором вы можете прочитать. Такой большой магазин в России, как LaModa, мы уже не говорим с вами там про AliExpress, про eBay и так далее, достаточно большой магазин, делает больше 16% оборота через мобильное приложение. Хотя, когда они делали мобильное приложение, трафик на их сайт с мобильных устройств был меньше 5%. И вы это в информации под роликом сможете увидеть. И, конечно, то есть все информация, которая вот была использована в этом ролике, вы ее сможете найти в ссылках под роликом, чтобы вы могли перейти, посмотреть, поизучать, почитать. Это на самом деле важно. И не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет много очень интересных видеороликов. До связи!